Приветствую вас, дети! Приветствую взрослые, папы, мамы, бабушки! Приветствую вас всех! С Рождеством вас! Я очень рада, что вы здесь, что вы пришли сюда, на это место. Мы хотим начать нашу программу. Пожалуйста, все внимательно смотрите, потому что дети очень любят внимание, когда они могут получить ваше, внимание. Я хочу определиться с языком. Мне нужно переводить на литовский язык свои слова или нет? Поднимите те дети руки, которые не понимают литовского языка. Герой, хорошо, запустите руки. Dabar pakelkite tie rankas, kurie nesupranta rusiškai. Kurie nesupranta rusiškai, pakelkite rankas. Ты не понимаешь на русском? На русском не понимаешь? О, так. Аш клаусю, kurie nesupranta rusiškai. Vienas, taip? Ar yra dar, kurie nesupranta rusiškai? Ты сможешь перевести, Гентаря? Тогда мы будем просто на русском, хорошо? Если у нас только один ребенок не понимает. Хорошо. Родные, дорогие, пожалуйста, ваши дети будут сейчас участвовать. Принимайте это с улыбкой, с радостью, потому что дети любят участвовать в программах, люди любят показывать что-то, говорить, рассказывать стихи. Это все для вас. Детки, вы готовы играть сегодня? Да! Смотреть сценки? Да! Петь? Да! Точно готовы? Да! Не знаю я. Убедите меня громко-громко! Да! Вот сейчас я уверена точно, что вы готовы. Хорошо. Посмотрим вначале сценку. Сестер. Вероничке я подарю вот такую куклу, она еще такая. Вот. Я думаю, ей очень понравится. А Анечка, она хотела диск со своим любимым мультиком. Думаю, они будут очень рады своим подаркам. Классно как. Рома, а ты кому будешь дарить подарок? А я хочу подарить подарок моей двоюродной сестре. Она уже давно хотела купить себе цифровой фотоаппарат. Так вот, я решил ей сделать сюрприз. Представляю, как она обрадуется. Жду не дождусь, когда же наконец наступит Рождество. А ты будешь дарить кому-нибудь подарок на Рождество? Подарки на Рождество? Разве ты никого не любишь? Разве тебе некому подарить подарок? Разве тебе нет друзей? Конечно, есть, люблю. Но у меня есть один очень хороший друг. Разве ты ему не подаришь подарка? Можно подарить для своего лучшего друга. Лучшему другу должен быть самый лучший подарок. Да, это должен быть подарок от всего твоего сердца. А, я понял. Пока еще не поздно, я приготовлю такой подарок для своего друга. Вау, ничего себе подарок. Мы, конечно, очень хорошие мои друзья,
чем не нуждается. Да, но ведь Рождество – это рождение Христа. А по всем правилам, на день рождения именинника мы его поздравляем и дарим ему подарки. Разве не так? Так, оно так. Вообще-то ты прав, но... И вообще, на Рождество мы дарим подарки для тех, кого любим. А я больше всех на свете люблю Иисуса Христа. И поэтому решил приготовить ему подарок. Почему это вас удивляет? Ну, погоди, а что ты хочешь ему подарить? А вот что. Я решил ему подарить себя. Ух ты! Вот это-то подарок! Это действительно самый лучший рождественский подарок. А вы не хотите сделать такой же подарок Иисусу Христу на это Рождество? Конечно. Так что, дети, вы видите, что сегодня будет интересно, да? Сегодня будет весело, будет вкусно и что-то такое таинственное, потому что все подарки обычно они запаковываются, прячутся, и никто не догадывается даже, что там есть. Поэтому прошу вас всех хорошо себя вести до самого конца праздника. Не шуметь, не обижаться, не обижать. Слушаться, кто с вами взрослые сидят. И особенно те, кто внимательно здесь будет, особенно внимательно, кто здесь впереди будет рассказывать вам. Ну, и если зевать, то только не громко, а про себя. Хорошо? Но сейчас хочу всех вас поздравить от имени нашей церкви, Библейский путь, всех, кто здесь сегодня присутствует на этом праздничном, рождественском, святом дне, празднике. Суесос Христос Гимимо, Дена Свякену Иисус, с Божьим Народзением, Днем Божьего Народзения. Также поздравляем с Рождеством Христом, с Днем Рождения Иисуса Христа. Слава Господу, что вчера был праздник для взрослых, сегодня для детей, завтра опять для всех вместе. Вот, поэтому для того, чтобы это было на самом деле праздником, нам нужна не только программа, не только подарки, не только вот эти вот ангелочки, которые поднимают сразу настроение светлое, но нам что нужно еще? Нам нужно помолиться, чтобы сам именинник, вот о котором вы сегодня слышали, чтобы он был на этом месте. Надо его пригласить. Надо попросить: Иисус, мы празднуем твой день рождения. Где ты? Мы хотим видеть тебя, мы хотим чувствовать тебя. Иисус среди нас есть и придет, потому что мы этого очень хотим. Или не хотим? Дети, вы хотите, чтобы Иисус был самым главным именинником и был на этом месте вместе с нами? Да! Давайте тогда поднимемся и громко помолимся. Дети, у вас хорошие голоса. Молитесь громко. Иисус, мы хотим поздравить тебя. Иисус, приходи сюда. Иисус, благослови нас. Иисус, будь с нами. Просите об этом. Глазки закройте. Не смотрите друг на друга. А в молитве обращаемся к Богу. Молимся. Господь дорогой, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за тот великий план, который осуществился на земле 2000 лет назад. Благодарю Тебя, Господь, что Ты нашел сосуды, слуг своих, Ты нашел Марию, Ты нашел Иосифа, тех людей, которые могли принять от Тебя и сохранить, и сберечь тот великий дар спасения, который Ты определил для всего человечества. Иисус, благодарю Тебя за Твою покорность и послушание Отцу Твоему, что Ты тело, которое было уготовано Тебе, принял, и, смирившись, уподобившись человеку, Ты сошел на эту землю, там, в Вифлееме, там, на полях, там, в этом хлеву, среди самого, может быть, неудобного
недобных обстоятельств для этого, но Ты пришел, Ты воплотился, Господь. Мы хотим сегодня вместе с этими детьми, вместе с их родителями, вместе с бабушками, дедушками, вместе со всеми здесь собранными, хотим сегодня, Иисус, поздравить Тебя, поблагодарить Тебя, принести Тебе наши подарки. И знаем, Господь, и что все, что нам дарят, и все, что мы дарим, это мы делаем для Тебя, наш Господь, Иисус Христос. Поэтому благослови уста наших детей, благослови нашу молодежь, благослови ведущих это собрание. Пусть это все будет чинно, пусть это будет все свято, пусть это будет все радостно и празднично и оставит глубокий след в сердцах всех. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы благословляем это собрание и принимаем Твое присутствие здесь Духом Святым. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе за все! Отец и на Дух Святой. Аминь. Аминь. Сейчас вы можете все присесть. Значит, Иисус пришел на этот праздник. Мы Его не видим, потому что Он в Духе Святом. Духа Святого мы не можем увидеть. Но если будем внимательны, мы можем Его услышать. Он будет говорить, и пусть Бог благословит это служение. Мы все готовы? Хорошо. А теперь мы позовем, чтобы нам в этот день сыграла Карина. Да? Потом готовится Алина. Карина будет играть у нас на скрипке, а Алина на пианино. Пожалуйста, девочки, готовьтесь. Теперь дети из младшей русской группы нам расскажут стихи, да? Они готовы? Где наши дети?
из младшей русской группы. Стихи. Мало мы живем на свете, мы не взрослые, а дети. Но озе мы знаем много о любви великой Бога. На земле грехи цариви, очень плохо люди живи. Все дрались и воевали, но всегда чего-то сдави. Ждали, что придет спаситель и недобрых примиритель. Было долгое ожидание, все ждали. Мать достала полотенце, стелена от Христа младенца, и в пещере, где ягнята стала радостью богата. В Вифлееве люди спали, ничего о том не знали. В небе звездочки, как свечи, пастухи пасли овечек. Вдруг все небо осветилось, Божье воинство явилось. Возвестить о Божьем чуде, чтобы радовались люди. Пели «Слава Богу вышних на земле». Не будет лишних. Мир, любовь, благоволение примет каждое селение. Вызывает удивление это дивное смирение. Мы не взрослые, а дети, но живем всегда во свете. Пусть небесный свет меж всеми будет здесь, как в Вифлееме. Аллилуйя! И сейчас мы еще споем песенку. Все дети, выходите, которые поют песню «На лошадках в санках». Thank you.
А теперь Иоанна и Анджей. Иоанна нам споет, а Анджей расскажет стих. И готовится стихотворение постарше группа. Тиши, глаши расходи, встаньте пастеже, Бог се вам родил, чим прендзейся выбирайте, до Бетлеем поспешайте, привітать пана, привітать пана, чим прендзейся выбирайте. До Бетлеем поспешайте, привітать пана, привітать пана. Пошли, знайшли дитятко в жлобе, всіми знаками даними собі. Яко Богу честь му дали, а волай з великой радості. З великой радості, ах, вітай, Збавцо, здавна жондани, чотири тисяці лад виглядани, на тебе, Króle пророче, чекали, а ти ж ти ночі нам ще об'явив, нам ще об'явив. На тебе, Króle пророці, чекали, а ти ж ти ночі нам ще об'явив, нам ще об'явив. Теперь дети расскажут стихотворение. Пожалуйста. Сегодня празднуем рождение, из церкви раздается пение, ведь это детские сердца благодарят любовь Отца за то, что Сына к нам послал, а в Сыне радость всем нам дал. И пусть полны будут всегда хвалой для Господа уста. С неба весь во все пределы ангел Божий объявил, что Господь имеет дело с каждым жителем земли. Бога вечного посланец через пророков предречен, Божий Сын Святой Младенец от Марии был рожден. Бог обнял своей любовью шар земной со всех сторон, и спасительную кровью крест и холм был обогрен. Мир сердцам надежду, веру и прощение грехов, Духа своего немерой дает Божия любовь. Людям грешным царь вселенной отвечает наяву, я скажу вам откровенно, я для Господа живу.
Интересен мне вопрос, каким был маленьким Христос? Как учился он ходить, что он начал говорить? Любил ли он гулять и во что любил играть? Был ли он отцу послушен, музыку какую слушал? Думаю, он добрый был и в собрания ходил, дружелюбным быть старался, и, конечно, он не дрался. Вашим братьям помогал, и иногда он уставал, но капризным словом не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу, только в нем искал подмогу. Если мог тогда и жить, как хотел и с ним дружить, как желаю я, о Боже, на Иисуса быть похожим. Теперь нам споют песню «Как мне попасть на небеса?» Детки из 40 татар, так сказали. Как же попасть мне на небеса? На велосипеде поеду я, машину куплю и ракетой взлечу. Как же на небо я попаду? Машину куплю и ракетой взлечу. Как же на небо я попаду? Нужен ли для этого самолет? Или мой кораблик по морю понесет? Коня из телегой приобрету. Как же на небо я попаду? Коня из телегой приобрету. Как же на небо я попаду? Грехи все оставлю, прощения попрошу, и этим я небо себе приобрету. Верю в Иисуса Спасителя, буду на небе я навсегда. Верю в Иисуса Спасителя, буду на небе я навсегда. Слава Богу, что мы имеем такую возможность попасть на небеса. Правда? Хорошо, а теперь мы поиграем. Дети, любите играть? Очень-очень? Да! Хорошо. Я попрошу моих помощников показать нам пантомиму. Но взрослые договорились, не помогайте деткам, хорошо? Мы сейчас проверим, как наши дети знают Писание. Договорились? А вы знаете Писание? Кто знает Писание? Слово Божие, кто знает? Сколько мало рук. О, вау, я даже не знала, что столько мало читающих Библию. О, какое море появилось рук. Хорошо, давайте посмотрим первую пантомиму. Кто угадает, что здесь показано? Очень тихо. Самое главное, не кричите. Потому что кто будет кричать, тот приза не получит. А кто тихо поднимет высоко-высоко ручку, к тому подойдет, да, с микрофоном подойдем, или же, наверное, не достанет. Просто подойду и спрошу. Если будет правильно, получите приз. Договорились?
Не поняла, я договорилась с вами или нет? Ну вот сейчас точно договорились. Хорошо. Давайте посмотрим первую пантомиму. Хорошо, а теперь кто тихо сидит, кто там первый? Ну давай, скажи, что это было? Моисей. Правильно, Моисей, все согласны, которые ручки поднимали? Хорошо, а призы раздать я попрошу. Так, у нас приз получает... Иди к нам. Спасибо. Теперь посмотрим вторую пантомиму. Но теперь сделаем так, что все, которые поднимут руки, я подойду к вам, и вы тихонько мне на ушко скажете. Если будет правильно, то те, которые правильно скажут, получат приз. Договорились? Самое главное, тихо держите, потому что если вы громко скажете, то все узнают. Пожалуйста, вторая пантонима.
Молодцы, это действительно было рождение Иисуса Христа, когда волхвы пришли, да? Кто отгадал? Вы очень хорошо знаете Писание, знаете это. Хорошо, а теперь я попрошу прийти самых-самых маленьких, которые нам тоже сыграет и споет. Пожалуйста, Гентария с малышами. Готовится Мелоди. Пока они готовятся, приготовятся здесь на сцене, я хочу попросить помощницу Юлю, пожалуйста. Она, кто есть желающих, поднимите сами руки. Взрослые, папы и мамы, к вам обращаюсь. Кто хочет поучаствовать в следующей игре для детей, пожалуйста, поднимите руки. Нужно 5 людей, не дети, взрослые. А если будет не хватать, то Юля сама выберет. Договорились? Так что руки поднимайте сами. Юля, пожалуйста, иди в зал, выбери. Только не дети, это взрослые будет. Я вас на новый день. 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 Я вас на новый день.
Мелоди, молодец, ты очень красиво спела. Хорошо, а теперь я хочу позвать Эрику нам спеть. Сказку напевая, проплывает в сумерках зима. Теплым одеялом укрывая землю и деревья и дома. Кружится, словно звезды падают с небес, опустив мохнатые ресницы, дремлет в тишине дремучий. А теперь попрошу Арака нам рассказать стихотворение.
Волхвы спешат в ночи глухой, горит звезда востока. В всем мире этом, как набат, звучат слова пророка. Родился в городе Христос, пришел с небес Спаситель. Он мира князь, он царь царей, он неземной учитель. Горит звезда огнем любви и путь им освещает. От всех пороков и грехов Иисус освобождает. Творец миров, творец людей, источник жизни, света, младенец ныне всем рожденный, ликуй, моя планета, пришел обещанный Христос, Мессия, победитель, над Вифлеемом хор звучал, родился всем Спаситель. Теперь попрошу Машу и Гагика сыграть нам дуэтом. А теперь попрошу Алину нам рассказать стихотворение. Все наше существо возвеселилось в том, кто дал нам полноту, веселье в день чудесный, в тот день, когда Господь, оставив небеса, пришел, чтобы возвестить спасение народам. И смерть, чтобы побороть, он станет жертвой сам, чтобы грешников простить и дать рабам свободу. И по пути его мы с радостью идем, стремимся в высоту, где ждет нас мир чудесный, и славим Рождество, и вновь поем рожденному Христу торжественные песни. Слава Богу, спасибо! Хорошо. Детки уже соседелись, наверное, да? Хорошо, я спрошу у вас, кто является или что является нашим зеркалом? Кто знает? Бог, Бог есть Бог. А где мы можем увидеть зеркало в нашей жизни, на которое мы посмотрим и скажем: это мое отражение, это я там видна, или я там виден? Кто может сказать? Ты? Разве ты зеркало? Да, здесь точно зеркало. Но есть еще очень-очень самое важное зеркало, да?
То есть то зеркало, да? Ну, Библия, молодец, вот приз надо отнести и дать. Ты видел кому, да? Хорошо, молодец, очень правильно. Библия является нашим зеркалом. То есть мы смотрим Библию и видим, каковы мы, правильно? А теперь я хочу с вами поиграть. Давайте встанем, чтобы наши ножки так не устали сидеть. Игра называется «Зеркало». Взрослые тоже вставайте. Что ж вы будете сидеть-то? Вы зеркалом не пользуетесь разве? Что мы делаем, когда мы видим в зеркале? Я буду ваше отражение в зеркале, но вы должны так делать, как я делаю. Договорились? В зеркале видно. Не вижу рук. О, все, не вижу. Все, зеркало засияло здесь в зале, правильно? Хорошо. Ну, кто зеркало видит? Не все, еще не все там в конце не видят зеркало. Кто видит зеркало? Кто видит зеркало? Детки, все видят зеркало. Нет, не видят зеркало. Не видишь зеркало? Ну, давайте посмотрим, что все зеркало видели. Все видят зеркало? Да. Молодцы! Еще одно зеркало пока. Кто видит зеркало? Молодцы! Я даже не сомневалась, что столько есть видящих зеркало в своей жизни. Хорошо. А теперь все садимся. Наши ножки отдохнули. Мы чуть-чуть подвигались, да? А теперь послушаем. Скрипки.
Теперь хочу позвать всех-всех деток с хора спеть песню «Всегда рождественская ночь». Дети, пожалуйста, быстро-быстро сюда, все бежим.
теперь попрошу Эву Лепневич выйти нам рассказать стих. Из далекой земли, из далекой страны путь опасный свершают волхвы. Невзирая на труд, по пустыне идут за сиянием новой звезды. Сердце бьется в груди, уже близко они. Путь тяжелый недаром прошли. Иисусу Христу, неземному царю, поклонившись, дары поднесли. Мне ж не надо идти из далекой страны и дороги опасные мерить. Чтобы к Богу прийти и отраду найти, нужно сердцем Евангелию верить. И Христа возлюбив, перед Ним положив свое сердце и краткие годы, ради мира всего не отречься Его, дорожа Его даром свободы. Слава Богу! Хорошо, а теперь мы все посмотрим. Наши родители очень сильно старались. Дети, наши родители очень сильно старались для вас показать. Вы должны будете угадать, что же ваши родители приготовили. Какой сюжет из Библии они сейчас покажут. Договорились? Приз ждет вас. Кто первый, тихонько поднимает ручку. Помните, кричать не надо. Ты уже знаешь, что будет играть? Кто может сказать? Так, самый тихонько поднимал ручку. Ангел. Нет. Иона. Правильно. Приз, Маша, тебе. Хорошо, а теперь внимание. Посмотрим коротенькую сценку, которая называется «Весы». Проходите, пожалуйста. Это общий. Немного лжи, немного воровства, несколько хороших дел. Но я пыталась жить хорошей жизнью. Ну, давайте сейчас проверим. На весы, пожалуйста. Следующий. Я делала плохие дела, но дела и хорошие. Правда, один раз на экзамене списала, но потом убралась. И даже весь мусор вынесла. Ведь одно другое должно сбалансировать, не так ли? Ну, давайте сейчас ли проверим. На весы, пожалуйста. Недостаточно хорошо.
пожалуйста, проходите сюда. Вот должна была сбалансировать. Следующий. Да я всю жизнь посвятил, чтобы этот мир сделать лучше местом. Я ездил, помогал в Африку, каждый месяц сдавал кровь. Я мог сделать больше в своей жизни. А это о вас здесь написано? Ну, я в этом журнале только статьи читал. На весы, пожалуйста. Недостаточно хорошо. Пожалуйста, проходите сюда. Следующий. Моя мама ходила в церковь, а еще я была крещена в младенчестве. На весы, пожалуйста. Недостаточно хорошо. Пожалуйста, проходите сюда. А вы кредитные карты принимаете? Нет. Проходите следующий. О, похоже, кто-то был занят делом. Ну, с этим надо заканчивать. Извините, я не знал, что она с вами. Ребенок Божий, на весы, пожалуйста. Не вы, он. Подождите одну минуту. Так несправедливо. Нечестно. А как же мы? Это называется благодатью. Слава Богу! Да. Слава Богу! Да. Я уже не слышу вас! Вы устали? Да. Наверное, не очень устали, раз так кричите. А? Хорошо, давайте поиграем. Вы любите играть? Да. А призы любите? Молодцы! А шары вы любите? Ну, сейчас будем тихо играть, хорошо? Не будем громко кричать, договорились? Теперь вынесут много-много-много шаров. Каждый ребенок должен... шары будет раздаваться в этом проходе. И каждый ребенок должен стуча отдавать друг другу в ту сторону, чтобы каждый ребенок имел свой шарик. Один шарик. Каждый ребенок должен взять один шарик. Договорились? С той стороны будем отдавать все шарики, а вы шарики бейте, ручками бейте, чтобы каждый получил... Стоящий даже в этом углу получил бы один шарик, хорошо? А давайте шарики, давайте, давайте шарики. Бейте шарики, дайте другим, чтобы они поймали. Каждый ловит по шарику. Кидаем, кидаем в зал шарик. Дети, вы же умеете бить шарики? Давайте в самый конец, в эту сторону бьем шарики. Чтобы каждый ребенок мог получить по шарику. Бьем шарик к стене.
Бьем шарик в стене. Ну, каждый найдите свой шарик. Самое главное, чтобы он не лопнул. Маша, ты тоже лови шарик свой. Впереди нам тоже тут не хватает шариков. Каждый должен поймать по шарику. Один шарик должен поймать. Каждый по одному шарику должен заиметь. Каждый по одному шарику ловит. Хорошо, не бьем друг друга шариками. По одному шарику только. Симон. Симон? Симон. Симон. Не, подожди. Симон? Элиус. Элиус, только по одному шарику можно. Один шарик. Давайте так сделаем, чтобы каждый имел по одному шарику. Ну и взрослые позаботьтесь о том, чтобы по одному шарику иметь. Взрослые, папы и мамы, бабушки и дедушки, позаботьтесь по одному шарику к себе. Возьмите к себе по одному шарику. Родителям также отдаем по одному шарику. Кто имеет два, поделитесь. Хорошо, а теперь поиграем. Кто имеет желтый шарик, встали? Кто имеет желтый шарик, встали? Быстро, быстро, быстро! Кто имеет желтый шарик, подняли и встали? Сели желтые шарики. Кто имеет красный шарик, встали? Сели. Кто имеет зеленый шарик? Сели. Кто имеет голубой? Голубой, а не синий. Голубой шарик кто имеет? Сели. А сейчас синий кто имеет? Встали, 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 высоко показали шарики. Ой, сколько много. Хорошо, фиолетовый еще остался у нас. Быстро встали, кто с фиолетовым шариком? Ой, сколько много. Розовый говорила уже. Оранжевый говорила. Хорошо, сели все. Розовые! Поднялись высоко-высоко, помахали шариками. А кто там желтый махает? Кто там желтый махает мне? Хорошо, сейчас все садимся. А теперь каждый получит приз. У тех, у которых красные шарики, встали. Красный шарик. Красный шарик, встали. В какой день вам вопрос задается, кто ответит, получает приз? В какой день Бог сотворил ворону? В который... Нет, поднимает только красные шарики. Красные шарики. Но... Как тебе сказать, в какой же день сотворил Бог ворону? Кто еще попытка? Нет, только красные шарики. Нет, мама, подожди. Из детей кто знает, который день сотворил Бог? Нет, в какой... Нет, в какой день сотворил... Я только красные шарики вызвала. Я только красные шарики вызвала. Ты уже говорила. Кто может сказать? Майя. Пятый. Молодец. Вот там девочка. Все сели, только Майя встает. Садись, пожалуйста, потому что упадешь. Хорошо, а теперь желтые шарики встают, а все остальные шарики...
у себя на коленках. Только желтые встают. Желтые, желтые, желтые. Где желтые, желтые, желтые? А почему ты встал? Садись. Садись, пожалуйста. Хорошо, сколько человек спаслось в ковчеге? Кто знает? Ручку подними. Нет? Хорошо, приз вот сюда. 8. А теперь синий шарик. Кто имеет синий шарик? Синий шарик, встаньте, помашите мне. Башня высотой до небес, которую хотели построить люди. Как она называлась? Вавилонская башня. Вот сюда, приз. Ну, садимся все. А теперь голубой шарик. Кто голубой шарик? Встаньте. Высоко-высоко помашите. Какие два города были уничтожены за свое нечестие? Кто помнит, какие два города? Давайте дадим детям. Нет, нет. Какой голубой, голубой? Вот там приз, пожалуйста. Хорошо. Оранжевые. Оранжевые. Кто оранжевый имеет? Встаньте. Хорошо. Как звали человека, о котором Бог сказал сатане? Вот все, что у него в руке, твое. Только на него не простирай руки твоей. Кто знает? Это оранжевый шарик. Оранжевый шарик, кто знает? Кто знает с оранжевым шариком? Бог сказал сатане про этого человека. Вот все, что у него в руке, твое. Только на него не простирай руки твоей. Кто знает, что это за человек? Кто там из мам поднимал оранжевый шарик? Да, нет. Не Иов. Иов, правильно, Ной. Ты Иов, ты Ной сказала. Не Ной сказала, Ной, не, Ной ты говорила, Ной. А Иов, я Ной услышала, так и ей дай шаль. Хорошо, фиолетовые, кто кого фиолетовые? Сколько много фиолетовых. Хорошо, вам такой вопрос. Кому дал Господь скрижали каменные? Фиолетовые, кто может ответить? Но? Не знаю, ты уверен? Моисею, правильно, вот сюда, приз. И у нас остался еще зелененький. Все, кто зеленый имеет? Розовый потом. Зеленые, зеленые. Хорошо, зеленые. Что собирала Руф на полях Воза? Вот там мальчик стоит далеко. Колося собирала, правильно, туда, приз. И розовые. Розовые. Кто розовые имеет? Поднимитесь. Хорошо, вам тяжелый вопрос. Кто запутался в своими волосами в ветвях дуба и повис? Кто же это за человек, который запутался волосами? Правильно, приз Маши. Хорошо, вы все, наверное, очень-очень устали, да? Нет? Молодцы. Знаете, что я предлагаю? Да, но для начала мы, наверное, помолимся. Благословим вас всех, хорошо? Хорошо, детки. Хорошо, давайте выберем еще один цвет, которому задам еще один вопрос. Давайте желтые. Последний раз уже в желтые. Хорошо, встали.
А никто не имеет желтого? Хорошо, какой пророк был вознесен на огненной колеснице? Кто помнит, какой пророк? Да, вот сюда, пресс. Хорошо, постарайтесь, чтобы шарики у вас в руках не лопнули, потому что испугается сосед. Да? Хорошо, а теперь кто хочет, поднимите руку. Я задам вопрос, если ответите, то получите приз. Кто захочет? Какая болезнь была у Неймана? Проказа. Хорошо, сюда приз. Хорошо, давайте все сейчас успокоимся. Хорошо, сядем на свои места. Договорились? Все на свои места давайте сядем. Все на свои места давайте сядем. Элиус, Элиу, Элиу, Элиу. Элиус там, Симон. Хорошо. Мы теперь попросим, чтобы наш пастырь помолился за вас, хорошо? Вы согласны? Что так быстро время прошло? Смотрю, у вас тут уже и подарков появилось, такие шарики. Слышал, что так много было здесь веселого, такого шума. Надеюсь, что мы все это делали, потому что помнили, что сегодня день рождения нашего Господа Иисуса Христа. И все мы это слышали, говорили для Него, ради Него, в честь Его. А сейчас, перед тем, как мы будем еще получать что-то от Иисуса, я только хотел убедиться, вы меня слышите или нет? Я вас слышу. А вы меня слышите? Ну, хорошо, так давайте тогда еще послушайте. Иди тоже ко всем садись сюда. Здесь место есть. Как? Сейчас мы вместе все поблагодарим Господа, помолимся, поблагодарим, что вы могли быть частью этого праздника, что вам было интересно, весело, что Иисус любит вас, Иисус родился для вас. И вас любят ваши родители, они приготовили вам подарки. Вас любит церковь, вас ожидает церковь, чтобы вы вместе со всеми детьми служили Богу. Давайте мы все встанем сейчас и поблагодарим Господа. И помолимся за вас, чтобы вы были все дружными, верующими, здоровыми, послушными своим родителям и очень ревностные в воскресной школе и в церкви. Давайте помолимся об этом. Господь дорогой, благодарю Тебя за это время, которое Ты дал нам провести в этом общении. Благодарим за сестер, братьев, которые создали, Господь, этот праздник. И пусть это посеется в сердца наших детей. Мы благословляем каждого ребенка, кто был здесь, кто что-то увидел, кто-то что-то услышал, кто был просто частью, Господь, этого события. Мы благословляем этих деток, благословляем их рост, благословляем их учебу и особенно, Господь, веру их благословляем, чтобы, Господь, та вера, которая, как у апостола, была в его бабушке, была в его матери, она передалась и ему. И сегодня мы также благословляем наших детей и внуков, чтобы вера в Иисуса, любовь к Иисусу передалась и каждому из этих детей, Господь. Благодарю Тебя за это время благоприятное, за этот воистину праздник, что Ты дал нам вместе быть. От Тебя мы все это принимаем как дар свыше. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И давайте вместе помолимся молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь, детки, самая-самая сладкая настала часть. Пожалуйста, все садитесь там, где вы сидите. Теперь так решили, что по ячейкам будем раздавать подарки деткам. Хорошо? То есть будем объявлять ячейку, и для ячейки будет раздаваться подарки. В ячейке, да? В ячейке у нас будет раздаваться подарки сами. Приветствую вас. Пожалуйста, там проход, и постарайтесь, чтобы был свободным, потому что подарки находятся за стенкой. Пожалуйста, там проход освободите. Свет включите. Так, внимание, Чеслав Драздас, пожалуйста, 6 подарков получите в молодежной комнате. И можете, дети и с ячейки, кто есть, можете вместе тоже выйти, чтобы здесь меньше шума было. Чеслав Драздас, он вышел. Есть, вон он. Если нету лидера ячейки, пожалуйста, там кто-нибудь ответственный. Вместе. 6 подарков Чеслав Драздас. 6 подарков. Он пошел, хорошо. Потом Саша Гарнцев. 2 подарка. Подарки не здесь раздаем, а там в молодежной комнате, за этой стенкой. И лидер ячейки с детьми вместе идет туда и получает, и на выход идет. Проход там освободите, пожалуйста. Саша Гарнцев, 2. Валентин Романов, есть кто-нибудь? 1 подарок просил, нету, наверное. Где фойе? Чтобы твои все фойе пошли, да? Чеслав Макутанович, или кто есть из семьи? 3 подарка. Макутанович, 3 подарка. Гости, гости, не расходитесь, всем будет подарки в конце. Подождите. Чеслав Макутанович, 3 подарка. Теперь наша большая группа. Аркадий, этот будет Нововильня. Пожалуйста, Аркадий просил, чтобы все дети поднялись в фойе. Из Нововильни все дети поднялись в фойе. Фойе. Аркадий, 34 подарка. Из Нововильни все члены ячейки. На фойе поднялись. Из группы Виталий Левдина кто-нибудь есть? Руслан Элиазаров. 4 подарка. Алина. Анатолий Дмитрук, 4.
подарка. Четыре, я сказал уже. Сейчас скажу. Ян Даниля.